преддверии Дня защитника Отечества глава района Адам Джерим встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, чтобы вручить юбилейную медаль 75 лет победе в Великой Отечественной войне. В селе Львовском живет фронтовик Иван Никифорович Шумейко. Ветеран воевал в стрелковом полку. Первый бой встретил на голубой линии. Позже получил тяжелое ранение и был демобилизован. Иван Никифорович награжден орденом славы второй степени, орденом Отечественной войны. От всех нас, от меня лично, огромное спасибо. Спасибо. Мы каждый раз встречаемся, очень тепло говорим о той страшной трагедии, которая произошла, о той войне. Вот, поэтому спасибо вам большое. Спасибо, что вы победили, выжили, отстояли. Юбилейную медаль из рук районного руководителя получил и житель села Львовского, труженик тыла Анатолий Дмитриевич Еременко. В теплой атмосфере Анатолий Дмитриевич поделился с гостями воспоминаниями о военных годах. Творческий коллектив Львовского дома культуры подготовил музыкальный подарок. По традиции, встреча завершилась совместной фотографией на память.